Говоря о том, что люди засыпают, нет никакого прямого назначения, что это засыпают они от того, что там были ранее урановые шахты. Прямых признаков никаких нет. Более того, полный мониторинг по ядерной радиоактивной безопасности в поселке Калачи, специальная группа там стоит, оперативно реагированная, она не наблюдает какого-то изменения радиационного фона. Более того, в поселке Калачи радиационный фон не выше, чем в той же Астане, Алматы. А как вы думаете, в чем тогда причина? Вы знаете, давайте, экспертная группа работает, и мое личное мнение здесь пока рановато говорить.